Лучший благоустроенный двор, лучшая клумба и лучшая скульптура во дворе, лучший подъезд и лучшая озелененная территория во дворе. Конкурс по таким номинациям стартовал в Волжском. В гостях у некоторых претендентов побывала наша съемочная группа. Подробности у Екатерины Караваевой. Двор по улице Машиностроителей 35 в прошлом году уже становился победителем традиционного городского конкурса по благоустройству. И теперь создатели всей этой красоты снова решили попытать счастье. А началось все 5 лет назад, когда Анастасия Суханова с подругой решили преобразить двор своей пятиэтажки и взялись за дело. Разбили палисадники, поставили заборчики, тут и там разместили мягкие игрушки и малые формы, созданные своими руками. Со временем к общему благоустройству подключились не только взрослые. Все здесь вечером дети, очень много, все радуются. Все. Наши дети никогда ничего не трогают, не срывают, они уже нам помогают, даже красят. Маленькие дети приходят и говорят, когда будем красить забор, когда всегда помогают детишки. Конечно, бывают случаи, когда гости с других дворов не ценят окружающую красоту. Однако за сохранностью палисадников стараются следить старожилы этого дома. Я живу на первом этаже, и вот постоянно мы с соседями, они с пятого этажа, Настя с Василием, и мы садим цветочки там туда-сюда, аж приятно. И вот даже мне сделали вон под окном. А здесь, в девятиэтажке на площади труда, 3 года назад Валентина Кузьмина, она также подала заявку на участие в конкурсе, украсила свой подъезд в одиночку. Женщина сама покрасила и разрисовала парадный вход, разбила клумбы, посадила деревья. И теперь Валентина Акимовна очень надеется на помощь в сохранении этой красоты. Каждый год я сама штукатурила, но в этом году не успела обновить, потому что я болела после операции вот как 2 месяца. И нельзя пока еще штукатурить. Попозже хотела поштукатурить еще и подкрасить. Потому что мусорку убирает, вода все время льется и отпадает все это. В нынешнем году в оргкомитет конкурса на лучший двор поступило уже 20 заявок. Их прием продолжается. В июле специальная комиссия подведет промежуточные итоги, а окончательные станут известны 10 сентября. Жюри предстоит выбрать победителей в номинациях «Лучший благоустроенный двор», «Лучшая клумба во дворе», «Лучшая скульптура во дворе», «Лучшая озелененная территория во дворе», «Лучший подъезд». Последний, кстати, распишут в 3D-формате. Ценные призы обещаны и другим номинантам. Екатерина Караваева, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».